Почему такая задержка происходит на ваших объектах? Ну, задержка, кризис, понимаете. Поэтому тут как бы не мы одни, так скажем, да. И такую бучу подняли, я считаю. Надеюсь, вы не вырежете. Потому что я являюсь непосредственным дольщиком этого дома. Вот, у меня квартира во второй секции. Вот, поэтому я прекрасно понимаю и жильцов будущих, моих будущих соседей. Но, так скажем, работы ведутся, никто никуда не сбежал, никто никуда не прячется. Мое мнение, мы работаем, мы все делаем для того, чтобы сдать этот дом в эксплуатацию, мы все делаем для того, чтобы это было скорее. Вот, поэтому причин для паники на данный момент я не вижу.